Баов, всем привет, топчики! С вами Димон Про, и сегодня у нас будет очередная реакция на Joseph Animation. Ice Cream 8 Fanmade, концовка. Так что тут. Всем привет, друзья! Как вам новая анимация? Напишите в комментариях, как вам она. Также хочу сказать большое спасибо всем, ведь на канале уже 16 тысяч подписчиков. Это хорошо, конечно, я его поддерживаю. Так, думаю, вам понравится анимация. Что ж, мне пора идти. Ждите от меня еще несколько интересных фанмейдов анимации. И все впереди. Вот и комментарий тоже оставил. Надеюсь, хочется мне дождаться, когда он будет делать уже фанмейды. Ну, фан-игры, где можно скачать. Думаю, он их тоже круто сделает. Ладно, мы смотрим. Смотрим. Видим Джея, который в комнате ожидания. Майк, hurry up. Майк, скорее идем. Нас ждут Лиз и Чарли возле фургона. А, то есть они уже сбегают. Лиз и Чарли. Они, видимо, были в зале извлечения. They're waiting for us near the van. Jay, like... Джей, не могу поверить, что мы скоро вернемся домой. Надеюсь, я смогу признаться Лиз, когда приедем, что я люблю ее. Ну да, у них же шуры-муры, так сказать, идут. Can't believe we'll be coming home soon. I hope I can tell Liz when we arrive that I love her. Everything will work out. Все получится, Майк. Ты, главное, не волнуйся. Но сейчас самая главная задача — уехать с фабрики, пока Род не пришел сюда. Иначе будет плохо. Майк, don't worry. But now the main task is to leave the factory before Rod comes here. Otherwise it will be bad. But still... Ну все же, мы отличная команда. We are a great team. Hi! Спасибо, Джин, ты накаркал. Все. Привет, ребята. Неужели вы думали, что я тупой? Или... Мы отличная команда, пожалуйста, ха-ха-ха-ха-ха. Накаркал он же, что... Надеюсь, Рот не придет, а он пришел. Все, Габелла. И что делать теперь? Hi, kids! Did you think I'm dumb, huh? We are a great team, please! Kids are a bunch of brats! Fat, chubby brats! И они даже не убегают никуда, в вентиляцию хотя бы, или в розовую комнату. Да вы просто негодники. Толстые, пухлые негодники. Вам придет конец, и я сделаю из вас мороженое. Ха-ха-ха-ха. Turn into ice cream! Stupid boy! Глупые мальчишки, у вас хватает мужества встретиться со мной лицом к лицу. You have the guts to face me, huh? О, Чарли его выстрелил по рогаткой, походу, в него. Или чем-то. Потому что, типа, его не парализовало от электропушки. Так что он чем-то в него кинул, и ему больно. I'm not afraid of that. Не боюсь этого глупого мороженщика. That stupid ice cream maker. Friends. Друзья, скорее, у нас Лиз все же готова. Rather, Liz and I are all ready to go. Ну, уже утро как раз. Ну все, наши друзья сбегают. Да, только вот, мне кажется, в эту анимацию можно было еще добавить монашку, но ее тут нет. Жалко немного, но нормально. Анимация зато классная. Классно сделана. Качественно тоже. О, окрестности. Да, та самая локация из первых частей Айса. Крима. Ностальгия по этой локации, однако, идет.
Wisdom. Листой. I have long wanted. Я давно хотел тебе сказать, что ты мне очень сильно нравишься, и не хотела бы ты со мной сходить в кинотеатр, посмотреть какой-то нибудь интересный фильм, только мы вдвоем. Wanted to tell you that I like you very much, and would you like to go to the cinema with me to watch? Да, он предложил. И сказал ей, что он ей нравится очень. Watch some interesting movie just the two of us. How do you look at my offer? Как ты смотришь на мое мнение? Offer. Yes, of course. Да, конечно, Майк. Что за вопрос? Я давно догадалась, что я тебе нравлюсь. На самом деле ты мне тоже. О, ну она поняла с полуслова уже давно, что он ей тоже нравится. Майк, what are the other questions? I guessed a long time ago that you like me. Actually, you do me too. Ну, все, нормально. Теперь шуры-муры будут. Джей радостный, конечно. Okay. Хорошо, но сначала мне нужно кое-что сделать. И что же? В таком случае, I have something very important to do first. Зет Эйдин. Хотя нет, это наоборот. То я сказал, конец игры. Ну вот, ну короче, сейчас переведу. Конец. One made от Joseph Animation. Да. Хорошая анимация, да, вообще топовая. Классно все. Все и логично приду и сделано. Ну вот так, да, топово. Ну, а мы будем пока что заканчивать. С вами был Димон Про. Всем пока-пока.